один такой из старичков, друг Эйба. По-моему, они вместе там как раз были в этом, в доме престарелых. Честно говоря, даже не помню, как его звали. Что у него тут? У него тут что-то типа как права, просроченные или что-то такое. Низкие ножки и зеленые. Собственно, здесь просто пиджачок с галстуком. Руки полностью белые, как рубашечка такая получается. Спокойно здесь ставится. Так, что у нас по голове? Голова, кстати, такой вот интересной формы. Получается, здесь щеки немножко такие вот сделаны, как под старину, как типа морщинки, глаза. Хорошо все прорисовано, очки. Ну и сзади такой вот формы необычная голова. Ну и тут вот у него какие-то, видимо, права или пропуск, или что-то такое. Фигурка классная.